При этом масштабы коррупции на Украине уже достигли таких невиданных масштабов, что украинские депутаты на ходу изобретают для нее все новые и новые прикрытия. Вот, например, примечательное украинское ноу-хау. В середине июля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект 11.30.40, который позволит подозреваемым в получении крупных взяток искупить свою вину, заплатив деньги. Что называется, оцените красоту игры. Если тебя поймали на взятки, ты просто легально делишься с государством и можешь продолжать брать взятки дальше. Интересно, где-то еще существует подобный налог на взятки? Или до этого додумались пока только в незалежном?